«Я не останусь в Венгрии. Я просто хочу жить в безопасности». Такие плакаты держали в руках дети и семьи беженцев, собравшихся у железнодорожного вокзала Будапешта. Там в это время проходила пресс-конференция волонтерской организации Migration Aid. Ее представитель Жужанна Жохар призвала венгерские власти разрешить мигрантам беспрепятственно покидать территорию Венгрии. В противном случае ситуация играет на руку лишь нелегальным перевозчикам. За 10 дней Венгрия кладет в карманы нелегальных перевозчиков столько же денег, сколько она потратила на беженцев в течение всего прошлого года, говорит Жохар. Не знаю, в чьих это интересах, но было бы хорошо положить этому конец. Кризис с мигрантами уже обошелся в Венгрии в 270 миллионов евро. 32 миллиона из них пошли на строительство забора, призванного не пропустить беженцев через границу. Дополнительные расходы на полицию пограничников обошлись еще в 105 миллионов. Не мы выбрали эту ответственность, которая легла на наши плечи. Такая же ответственность сегодня лежит на всех европейских странах, в особенности на тех, которые охраняют границы Шенгенской зоны. На Венгрию льются потоки обвинений, но мы считаем, что защищаем не столько свои границы, сколько границы Евросоюза, заявил представитель венгерского правительства. Ежедневно в Венгрию прибывают в среднем 1800 мигрантов. Содержание транзитной зоны в Будапеште обходится ежемесячно 260 тысяч евро. Расходы покрываются из столичного бюджета. Но никаких преимуществ эта ситуация Венгрии не дает. Даже на приток дешевой рабочей силы рассчитывать не приходится.